Это голубь появился, живет где-то вон там на дереве. Я его не могу никак узнать. То ли ты от меня улетел, когда меня не было. Гуля, 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 гуля. Это голубь здоровый. Хорошая моя гуля. А что, он на зерне питается? Сейчас есть его. Давай, давай, давай. Вот там. Ну не его, я смотрю, он там. Гуля, 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 гуля. Давай, вот она где, давай. Хороший гуля. Гуля ешь, кельник. Давай, ешь, ешь. Ну что ты не стыдно говоришь, что я голубой? Что ты тут предрассудишь со мной? Один, одинокий. Ну, а гуля, 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 гуля. Гуля, 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 гуля. Да переворачивается, он турман. Ну где-то у него бабка, говорит, была шатоха, подцепила черные пятна. Как это шарик говорил. Бабка моя была, говорит, блудница где-то. Собака, собака, говорит. У меня с собой пшеница, для него специально, для этого голубя. Пошел у Игоря, взял, всегда везут с собой данную. Он сейчас поест, он туда на гараж. Сядет и сидит, а спит вот на том тополе. Я узнал и говорю, его сова утащит. А батюшка его подкармит, и вдруг его нет 2 дня. Я говорю, значит, утащил. А он что-то куда-то девался. Что-то отдыхал где-то или выходные взял. Не было его здесь. Знаешь, какое дело? Я думаю так, принести голубей 2-3. Они у меня голуби такие-то. И выпустить около него. И может он за ними увяжется. Но он сытый, он искать не будет. Еще я ему бросил 2 горсточки. Он зоб набьет себе. Вот он. Гуля, 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 гуля. Да хорошая гуля. Непонятно откуда. Однажды батюшка приехал и говорит, там голубь у Игоря. Я пришел сразу же, уже темнялось, я скорее на велосипед. И... Игорь, где у тебя голубь? Лена вышла, где-то здесь отлетает, и уже кормили его. И... Я думал, мой. Нет, такого у меня не было. Он мог до меня вывесить, пока я летом не приехал. А Володя-то он их и не запомнит, ему все равно. Так? Так. Все, ну пошли. Давай-ка, Володя, возьми ведерко, Никита. Не давай. На, возьми вот это. Лучше. А мне лучше пустой какой-нибудь отдать. И главное, сегодня в деревне собрались с гитарами, ушел Витя и барабаш. А нас не пригласили. Амана, говорит, пригласили. И сфирь. А нас не пригласили. Мардахи остался один. Вот такое дело, брат. Да. Почему они нас не пригласили? Да мы бы не пошли еще, может, потому что ягоды. Боялись испортить им вечеринку. А? Может, боялись, что мы вечеринку им испортим. Ага, если там Володя, он боится съемки. Вот какая причина. Угу. А мы везде все снимаем, и им это может не понравиться. Вот они, ласточки. Новые. Красавица. Это молодежь, у которой хвостик еще не раздвоен. Видишь, такая... Вот. Ярко-черная, это старая. А такие бледные, вот это синие. Это новенькие. Вот,